Сестеньки, сегодня мы ходим по магазинам, правда, покупка по магазинам закончилась, но зато мы идем в кафешку на мягкую площадку. Да, там кафешка с мягкой площадкой, с поездом, с, в общем, какими-то местами, где девочки могут поиграть. И мы пойдем посидим, попьем. Да, кофе, какао с маленькими тортиками. Мы будем летать, да, на Нелли. Клади монетку верхнюю. Да. Полетели девочки. Ты ручкой Нелю обними так сверху чуть-чуть. Нель, дай тебе Аля будет придерживать. Да, полетели. Мы с девочками сюда приходим, они катаются здесь, развлекаются. А еще там мягкая площадка, мы вам покажем. А мама может сесть спокойно пить кофе. Да, вы уже очень высоко. Нелли, ты летишь? Нелли! Кто летит на самолете? Нелли и Аля, да? Жаркий Жаркистан. Пальма. Угу. Все, отдых на жарких странах закончить. Идем охлаждаться куда? В Антарктиду? А куда? В север. На север? Угу, хорошо, на Северный полюс. Девочки уже прибежали. Тут небольшая мягкая площадочка. Показывают мультяшки. А мама сейчас пойдет, возьмет кофе девочкам. Мама, то что-нибудь. То, что обычно мы едим. Да, сейчас. Она просит тебя помочь ей с обувью, Аль. Поможешь сестре? Аля, помоги сестре. Как ты обычно помогаешь сестре? Все, девочки, развлекайтесь, мама пошла заказывать попить и поесть. Так, Нелли там развлекается, а Аля... Аля уже здесь, иди сюда. Ну такой мягкий. Да, у Али тирамису. Да, у мамы капучино, а у Нелли здесь панакотта. Нелли. Нелечка, иди сюда, садись. Так, ну все, хватит трогать руками, лучше кушать. Ой, это панакотта любимая. Придерживай ручкой стаканчик. Да, правильно. Пластиковый. Угу, пластиковый, да. Вкусняшно? Угу. Так, ну, девочки, приятного вам аппетита. Мама тоже сейчас. Да, да, точно. И маму с моим вишневым пирогом не угостит. Просто вкусняшка. Я пойду поиграю. Ну давай, иди играй. Неля уже там скачет. Решила Алю ловить. Давай. Неля Алю поймала. Ой, смотри, аккуратно, там бэйби. Да. Да. Мы ходим, ищем для Нелли обувь. Да, там Финес и Ферб идет. Там многие его не смотрели. Я еще его с Москвы не смотрела. Угу, ну замечательно. Ну, в общем, девочки, посидите, а мама пойдет обувь поищет, да, для Нелли? Девочки, тут мама пока ходила по магазину, девочки нашли друга, с которым вместе начали запускать квадрокоптер. А, сколько радости!
Спасибо.